Эта атомная электростанция к северу от Гамбурга работает уже 35 лет, но уже скоро все изменится. 31 декабря следующего года АЭС должны отключить и демонтировать. Это часть правительственного плана по отказу от ядерной энергетики, в рамках которого в Германии к концу 2022 собираются закрыть все атомные электростанции. Эта АЭС находится в Брокдорфе, небольшой деревне, примерно с 1000 жителей. Многие из них работают на станции и опасаются за свое будущее. Где должны искать работу наши дети? Это проблема. Закрытие АЭС влечет за собой проблемы для местного бюджета. Муниципальный совет начал выделять средства на работу ледового катка, который стал местной достопримечательностью. До сих пор его финансировали за счет налогов на ядерную энергетику. Мэрия призывает власти отнестись к проекту закрытия АЭС так же, как и к программе отказа от сжигания угля. Она предусматривает финансовую помощь регионам. Они выделили несколько миллиардов на уничтожение угольной энергетики. Правительство должно также поддержать и закрытие АЭС. Уголь сжигают для получения электроэнергии всего в часе езды от Брокдорфа. Моорбургская электростанция может проработать до 2038-го. К этому году все угольные электростанции должны быть закрыты. Некоторые критики правительства говорят, что невозможно одновременно отказываться от угля и ядерной энергетики. Но экологи, которые борются за закрытие таких электростанций, считают, что в сложившейся ситуации иного выхода просто нет. Ни у угольной, ни у ядерной энергетики нет будущего. Вот почему надо менять подходы к производству электричества в Германии и во всей Европе в целом. Экологи полагают, что восполнить нехватку ресурсов после закрытия ТЭЦ и АЭС смогут возобновляемые источники энергии. В 2019 году доля электричества, полученного таким образом, достигла 46% и впервые превысила долю энергии от сжигания ископаемого топлива. Будущему росту так называемой экологичной энергетики могут помешать правила, регулирующие отрасль. Они, в частности, вводят ограничения на места, где допустимо устанавливать ветряные электрогенераторы. Положить конец ядерной энергетике решила канцлер Ангела Меркель после аварии на Фукусиме в 2011-м. Но об успехах этой политики можно будет судить не в 2022-м, когда вся АЭС закроется, а в 2018-м, когда прекратит работу последняя угольная электростанция. Если возобновляемая энергия к тому моменту восполнит возникающий дефицит, и только в таком случае эту политику можно будет назвать успешной. I'm Jonah Kalgan, reporting for Euronews from Germany.